Приветствую вас, друзья, с вами Михаил, и хочу показать игрушку Shadow Fight. Это у нас для планшетов, для андроида и всякой такой нечисти. Вот, играть буду на компьютере и посмотрим, как оптимизация пойдет вообще. Так что давайте. Со звуком здесь, в принципе, микрофон будет хуже слышно, чем вообще обычно. Но постараюсь погромче говорить, а там уже будет видно. Давайте. Запускаем, смотрим заставку и поехали. Так, ну все, заставка прошла, сейчас будет игра. Бой с тенью, да, значит. Вначале тренировка. Тренировка, вообще мне управление дается немножко сложновато. Потому что тут клавиатура, ну или мышкой можно. И мышкой, и клавиатурой с мышкой, в общем, все это можно мешать. Довольно так непривычно. Ну давайте. Первый бой, первое мясо. Так, раунд один. Вспомнить бы еще все, что вспомнить надо. Вау, сразу же. Ты че, блин, собака, а? Давайте его зажмем. Не получится, а? По крайней мере. Ах ты, блин. Подсечки. Лоу-кик, да? Ну, не вовремя, да? Подсечкой, конечно. Давай. Отлично. Еще. Так, рукой. Локтями, молодец. О, неплохо. Блин, нифига, он сальтуху. Я знаю, я тут тоже, в принципе... Опа, вот так вот могу. Все, что ли? Фу. Легко. Только бы кнопки не спутать, остальное не важно. Ну, друзья, поехали. Отлично, упал парень. Упал паренек. Что-то он меня не может. О, он сглазил, да? Ха-ха. Держи подачку. Так, сартуху. Уходим, уходим, блин, ни хрена себе двойной удар, видели? Что ты, блин? Так, валим. А с прыжка я не могу, да, делать удар? Окей. Все, что ли? Фух. Я что-то уже настроился на более серьезный бой. Первая победа. С
невидимым врагом, как говорится. Так, ну, поехали дальше. Я не сомневался в тебе. Теперь нужно купить оружие. Ха-ха. Ну, легко. Тут уже на оружии, да, сразу? Понял, сюда? А нет, сюда. Ох, что же я люблю? Так, не понял. Как тут все управлять? У меня выбор-то небольшой, я так понял, да? А, у меня просто ножи. Просто ножи. Я даже... Ну, давайте возьмем. Начнем с этим. В теневой форме ты не можешь умереть. Предлагаю сразу вызвать на бой одного из демонов рысь. То есть я бессмертен, да? Я знаю, где найти его. Открой свою карту. Ну, давайте. А, вот она, да? Да, немножко путаюсь, конечно, непривычно. С планшетами вообще не имел дела. Они мне пока ни к чему. Вот, а с играми тут, конечно, посложнее будет. Ну, в принципе, ты кто такой? Я не собираюсь тратить свое время на такого жалкого червя. Ха-ха. Он, кстати, похож на Саб-Зиро. Рысь, да? Это Шин, слабейший ученик в моем ордене. Победи его, если сможешь. Тогда, возможно, ты заслужишь право сразиться со мной. Понял? Так, то есть мы начинаем с малого, да? Давайте. Побьемся. Побьемся. Попробуем, по крайней мере. Опа, сразу ему. С ноги. Ой, блин. Что ж ты, вертуган-то? Давай, давай. Делай вертуган. Блин, я забыл, как удар-то делается. Ладно. Руками, так руками. А где у меня ножи-то? А, не получилось перевернуться. Ни хрена себе. А это зря, пацан. Ты зря. Ух ты, вот я как могу, да? А вот так не хочешь еще раз? Блин. Немножко так подзаторможено, да? Все, не? Срубил. Окей. Можно, если в будущем будет меня плохо слышно, я вообще музыку уберу тогда. А, факу. А. Че это мы сделали? Или нам сделать? О, у меня ножи, да, появились. Обрезали ему кое-что. В принципе, неплохо с ножами. Давай, бей его. Еще. Выносливость случайно не кончается. На, на, вертуган. А вертушка неплохо делает. Есть. Я надеюсь, следующий соперник будет, то есть жизнь у меня будет новая, потому что если со старыми жизнями, то меня просто уделают. Окей. Я глава ордена ассасинов, ты слишком уничтожен, чтобы, ну, все такое бла-бла-бла. Но твоя драка Шина меня немного развлекла. Да ладно. Меня самого она, в принципе, развлекла. Пам-пам-пам. Прохождение. Акт первый. А, перерождение, извиняюсь. Я уже с этим прохождением. Ух. Привет, меня зовут Мэй. Я спец по оружию и доспехам. Лучшее в этих краях. Могу я поработать на тебя? Извиняюсь, у меня сегодня... Такой день интересный, так что... даже по голосу, наверное, понятно, что я тут уставший. Отличный выбор тебе. Теперь твое снаряжение будет в идеальном состоянии. И я помогу тебе с любыми проблемами. Отлично. И вот тебе мой первый совет. Ты можешь зарабатывать монеты в турнире. Да я уже понял. В каждой стадии противники все сильнее, но при все больше, да? Куда идем-то мы с пятачком? Тут выбор нет, 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 нет. Сюда? Я боюсь, что меня сейчас хлопнут. Обезьяна, да?
Ну, ножи, это хорошо. Так, обезьянка. Бляха-муха. Это действительно, да. Обезьянчит. Опа! Опачки, порезал. Пинай его. Еще. И еще. Отличный вертуган. Опа. А теперь режем. Почему не получилось? Оу, прямо по шее. Класс, друзья. Фу, это было что-то, да? Так, что у нас? Обезьянка еще хочет кранюлей? Да без проблем. Опа. Попадись мне. Нормально. Чем она вообще воюет? Она, он точнее. Потому что обезьяна это как бы она, да? Но тут мужик. Немножко. Опа. Опачки. Понизу удар. Неплохо, кстати. Теперь я, в принципе, понимаю эту суть игры. Второй бой. Победитель. Победитель, конечно, это я. Ну что, неплохо. Кто у нас третий будет? Ты великолепен. Зарабатывай монеты в турнире и покупай снаряжение, чтобы победить бойцов рыси. Но мне уже можно что-то купить? Нет, неплохо, ты получил новый уровень. Ха. Твои умения возросли. Отлично. У вас нет изученных умений. Конечно. Так. Так, а я прием-то не купил. А, то есть мне его так дают, да? Уже. Я не могу выбирать. Вниз плюс нога. Два раза нога. Куда отправляться? Подождите. Мигает, да? Отлично. Так. Ну, давайте как-нибудь... Опа. Профили. Отлично. Можно поучиться, кстати. Так. Неплохо, друг. А удар? Во-во-во. Прикольно. Еще тут мы... с разворота. Это такой пинок отличный. Кстати, он на дальней дистанции неплохо действует, да? А, парам-парам-пам-пам-пам. Вот это мне нравится, друзья. Ну что, супер. Пум. Так, а сейчас сюда. Автоматически. Обрати внимание, что блок ставится автоматически, если ты не делаешь никаких, в общем... А теперь вернись на карту и продолжай свой путь. Да, я понял уже. А. Так, ну, друзья, на сегодня я закончу, наверное. Это такое короткое введение, а потом посмотрим, как дальше. Буду я в нее играть, если вам понравится, то, конечно, буду. Вот. Всем, друзья, спасибо. Кому нравится, конечно, пальцы вверх. Комментируйте, ставьте лайки, комментарии. Ну... Все, друзья, на сегодня заканчиваю. Всем пока.